мы с вами будем открывать банку сгущенки. Ну, любую консервную банку можно открывать этим способом, обыкновенно перочинным ножом. Смысл заключается в том, что открывается это дело таким способом легко, остаются как бы края не острые, и, в общем, выглядит все это достаточно эстетично. И, что самое главное, это очень просто делается на самом деле. Не надо ничего ковырять, там, в общем, делается все просто. Так, мы втыкаем нож, собственно, в крышку банки. Там можно сделать, я не знаю, любым способом. Так, просто, да? И смысл в том, что как это получается вообще, почему получается именно так? Потому что мы нож немножко чуть дальше как бы опускаем, и угол атаки ножа получается, вот лезвие по отношению к крышке банки, получается угол маленький. И мы как бы, ну вот, надо поймать момент, то есть, ну, крепко держим банку, поймать момент, когда вот она пошла. И все, и ведем. И получаем вот такой, в принципе, ровненький срез практически в одно движение. Ну и вот, собственно, я говорю, вот простым, вообще тупым, я бы сказал, не острый, вообще не точился ни разу нож, как можно делать абсолютно любым ножом, получать вот такой вот аккуратный срез. Вот, и, то есть, даже удобнее, чем, ну, там, консервным ножом, который для этого способен. Ну, в принципе, и не надо, там, если где-то в походе или еще где-то, то есть, с собой таскать еще лишний девайс, вот, то есть, достать можно обойтись, в принципе, обычным ножом. Это вот способ, буквально мне показали не так давно, вот, мужик с Камчатки.